Всем привет! Вот и пришел новый сезон, пора закупаться семенами. Мы уже все купили, мы уже готовы к новому сезону. И что же мы купили в этом году? В основном все будет новенькое, но есть те именно растения, которые мы не изменяем, которые мы сажаем каждый год. Так, что же у нас по помидорам, по томатам? Купили мы брат-2. Так, поцелуй, хвалят, попробуем, посмотрим, не пробовали ни разу. Кристиан, бабушкина. Но бабушкина нам написали, что он не очень. Но мы попробуем, посадим несколько кустиков, 3-4 штучки. Pink Intuition, мадам Помпадур. Черри, ваше благородие, в том году сажали, очень нам они понравились. Лежали долго, крепкие такие черри и вкусные. Котя, тоже говорят, очень сладкие. Черри Миднайт, как шоколадные конфетки тоже. Земледелец и вот такое балконное чудо. Это мы на балконе сажали, но попробуем и так посадить в горшок, в кашпо, поставим на даче. Они очень красиво смотрятся, как украшение. Кабачков мы много не сажаем. Грибовские посадим, астроном и цукеши. Нам достаточно будет. Из свеклы тоже мы много ее не едим. Нежность. И вот такой Детройт рубиновый. Тоже ни разу не пробовали. Попробуем. Один круглый, другие вытянутые плоды. Посмотрим. Также мы в том году очень много сажали арбузов. У нас есть много видео, где мы собирали наши арбузики. Все созрело, все поспело. Вот только дыни у нас как-то не очень получились, но мы сажали одного вида. В этом году мы решили их посадить побольше разных видов. И посмотрим, что из этого нам понравится. Взяли мы майорка, колхозница. Это у нас бабушки заказали. Айкидо, паспорт и раймонд. Посмотрим, что же выйдет. Мы как бы не любители на дыне, но бабушки наши любят. Мы в основном по арбузам. Из арбузов мы взяли юнкер. Сейчас они у нас растут. Он растет у нас один арбузик на окне зимой. Кому интересно, можете посмотреть видео, как мы выращиваем на окне в трубе арбуз. Также продюсер, триумф. Триумф мы сажали в том году. Очень нам понравился, вкусный. Кримсон Руби. Тоже хвалили. Шуга Бэби. В том году мы, по-моему, сажали его. Холодок, это мы посадим в теплицу, потому что они очень долго спеют и плохо переносят холод. Попробуем, чтобы сохранить его на зиму. Так, фейерверк, это ребенок у нас покупал. И медовый шар тоже. Желтые мы сажали в том году. Кому-то понравились, кому-то нет. Ребенку понравились, взрослым не очень. Но очень необычные плоды, очень красивые. В следующем году, конечно, тоже посадим. Интересные. Так, из салатов. В том году мы все эти три салата сажали. Десерт, бутерброд и вот кармен. Больше всех нам бутерброд понравился. Он очень сладкий, нежный салат. Из баклажанов. Баклажанов много не будем сажать. Попробуем пеликан, андрюша и алмаз. Это с того года еще остались у нас семена. По чуть-чуть мы их как бы сильно не едим много. Попробуем вот эти три вида. Из огурцов у нас что? Сердик, родничок, Ванька встанька. Это из маленьких. Посадим мы в основном вот такие крупные в теплице, потому что салатного типа, они нам очень понравились. В том году нам очень понравился зазуля. Это семена вообще из пятерочки, но очень хорошо они всходят и плодоносил он вообще очень хорошо в том году в парнике. Сладкий, вкусный огурец. Также аллигатор попробуем и китайский змей. Тоже вроде хвалят, вроде говорят вкусные. Что у нас по перцам? Кеша взяли, это маленькие такие перчинки будут. Говорят сладкие, попробуем. Тоже ни разу не пробовали, посадим еще на окне такие же. Злата Прага попробуем. Вот такое калифорнийское чудо из партана, желтая капия и гороспел. В основном берем желтые, потому что они более сладкие.
И больше ребенку нравится. Так что сажать будем в основном вот желтого цвета. По тыквам. Тыкв много не будем сажать. По две, по три штучки. Потому что мы их как-то в этом году не очень много едим. В основном кашу делаем. Тыква парижская золотая. Рушвив. Вот такая. Учики-кури. Стопудовая. И большой шлем. Все так выглядят необычно. Посадим побольше вот таких маленьких. Их удобнее употреблять, хранить. И они, как бы говорят, очень сладкие. Не знаю, не пробовали. Мы в основном крупные сажали. И в основном у нас все крупные вырастают. Маленькие чего-то не хотят. Из гороха. Президент, ранний и кузнечик. Это тоже семена из пятерочки. Сейчас там на них скидка. Они вообще там за копейки продаются. Ну, конечно, там попадаются, что просроченные уже семена. Из капусты взяли слава, обычная капуста альфа и урожайная. Может, еще что-то подкупим. Хотим фиолетовую какую-нибудь капусту посадить. Ну, редиска обычная. И из цветов петунья, как всегда, посадим чуть-чуть. Циний посадим. Восточная сказка. Это гвоздика. И вот еще вербена. Ну, не факт, что мы их посадим, если останется место на подоконнике, так как вообще семян очень много. Так что мы уже к новому сезону готовы. Закупайтесь и вы семенами. Желаем вам, конечно, больших урожаев, крепкой рассады в этом году. Готовьтесь. Также приобрели вот такие вот семена физалиса. В том году мы сажали золотая россыпь. И очень он нам понравился, вкусный. Делали варенье с него. В этом году мы нашли ананасовые и земляничные. Также увидели лакомку, прикупили. Но вот больше всего хвалят ананасовый и земляничный. В этом году мы тоже их попробуем, посадим. Но уже будем сажать не в теплицу, а в открытый грунт. Так как в теплице они очень разрастаются, занимают очень много места.